Ам, говорит, нам лом буду делать. Ам. Зубастая харя, я не могу на него. Что видел ты, ты видел рай, богатство и сломанье. Ты неугомонный старик, да, я смотрю? Монечка, я тебя сфотографировать хотел, он тебя не дает фотографировать вообще совсем. Шким, вот скажи мне, пожалуйста, старый пердун, что? Вот тебе прям все надо, да? Прям вот все надо, ты такая вот. Куда поскакал? Слышь, старая козлина. Ты кто меня за зубы потрогал? Кто трогал зубы пасюка? Моська, нес. Тут нес папин. Только что в кадр лез, кстати. Скимочка такая вот. Иди сюда. Еще брыкается. Из раздела что, посмотрели на пасюков и хватит. Нося. Чего ты меня пихаешь? Че, уйди отсюда, типа. Чего ты меня пихаешь? Жопа старая. Ты ли старый? Ты у нас следующий самый старый. Чего? Иди сюда. Не пойдет. Иди сюда. Жоп мохнатая. Тебе за 2 года глубоко ты все прыгаешь, как этот самый. Ты посмотрите на него. Вот что это такое? Это вот что такое? Заметно, что пасюк старикашка, да? Ну, он быстро устает. Прыг. И куда лезешь, чуть и все надо, а? Я там с пасюками общаюсь, со старыми, а тут эти. О, молодой. А это кусается. Ам. Все, говорит, не, лизать. А кусать не будем сегодня? Ты себе хорошее настроение, что ли? Что такое? Все, ты кусать? Кто кусать? Вы все кусать. О, вот это кусать. Это кусать, это нормально. Ай. Ну хорош грызть меня. Он вообще выкусывает. Бизю. Тебе так нравится фотоаппарат, что ли? Я понять не могу. Нравится. Говорит, дай. Нормально. Хорош встал. Если кому-то интересно, вот так выглядит разобранный триол. Стенки боковые, собственно, там низ, подставка. А здесь передние стенки. Вот сейчас я соберу, и он такой будет вот такого формата, как у пасюков. Тоже поделю его на два, и пойдут туда. Вот это вот старая фигня, о-о. Видите, фигня спит. Оно спит здесь, вот видите, спит оно. И вот эти вот засранцы пойдут, уже всю клетку засрали. Что это за нос там такой крадется у меня? Сейчас переезжать будем, слышь? А кусяка сидит такой в непонятках, говорит, а что ты меня перетащил вообще оттуда с клеточки? Да, что ты, говорит, меня перетащил вообще на кровать? Кусяка, а, смотрите, хай, челюсть открывается, медленно, он говорит, нам-ном сейчас делаю, он говорит, потому что кусяка злобная, да, это брат, который выжил, да, вот это вот он, он говорит, нам-ном буду делать, зубастая харя, я не могу на него. Собственно, нижний этаж оформлен, и сюда у нас пойдут Гуни и Зуня. И, кстати, если кто-то думает, что Гунечка и Зунечка легко переселяются в новую свежую клетку, вы сильно ошибаетесь, их еще уговорить надо. Вот, да, как всегда, все. Тут куча полок, гамаков. Кстати, эти гамаки мне очень понравились, большие, я не помню, кто мне их прислал, но вот как страховочные, офигенные. Поилка, кормилка, кама там нос показывает. Пересаживаем, но я не покажу как. Ну ладно, оказалось немножко проще, чем я думал. Все-таки папу любят, папе доверяют, да. Переехали за Шкерманом. В Зашкирье переезжали, да. Сначала к папе в Зашкирье ушли, да, а потом вот сюда вот переехали. Вот, собственно, вон это, я не знаю. Ну, естественно, дал вкусняшков, потому что, ну, чтобы это, да. Че, лизать папу. И, о, уже сразу нашел верхний гамак. Собственно, все. Гуня, Зуни переехали. У них теперь клеточка даже, по-моему, больше, чем она у них была. Тройной этаж и все такое. О, видали? Вон нос, два носа. Два носа злобных. Со стариками все оказалось намного проще. Вообще, кстати, переживал, что они смогут туда залезть, но могут. Вот естественно, я повесил им, положил их любимую трубу. Вот где-то там вон очким там лазит, только что в трубу промелькнула Монечка. И вот это все. Нахрена им столько на двух крыс, я без понятия. Ну, да, очким такой говорит, здравствуй, папа, ты офигеть вообще-то. Да, построил тут нам. Ну, а чё, много не мало, да?
Да мой хороший. Я уже говорил, что я люблю триолы 50-05, потому что можно сразу две стаи, если они маленькие, по две крысы, вот, разместить. Вот такие вот дела. Да? Моня, ты где вообще? Моня? Ты не Моня. Моня не Моня. А, это Моня? Или это не Моня? Это не Моня, это очки. Стер. Оп, и побежал. Вообще, я говорю, что ты только что старый. Не, погоди, это был Моня. Монечка. Моня, скажи всем пока нафиг. Говорит, пока нафиг. Пока нафиг. Ну, спалится. Ам-нам-нам.